На традиционный автопробег собрала белорусов сегодня акция «За единую Беларусь». Такие встречи уже давно стали национальным трендом. Провести свой выходной ярко и насыщенно приезжают многие. Вместе собираются как минчане, так и гости столицы. Колонна из нескольких десятков автомобилей стартовала от аквапарка «Лебяжи» и проехала по проспекту Победителей. После участники автопробега посетили Минский завод колесных тягачей. Для них подготовили выставку техники и визит в цех производства. Среди экспонатов один из самых длинных в мире тягачей, который в свое время трудился на космодроме Байконур. Я считаю, наиболее яркое такое патриотическое мероприятие за последнее время в Беларуси, которое происходит, эти еженедельные автопробеги патриотической направленности, которые показывают исторические места, достижения, крупные промышленные предприятия. Они показывают наши достижения нашей страны, продвигают бренд Беларуси в медиапространстве. Я считаю, что это очень полезно, своевременно, и это надо положить на постоянную основу. Мы приехали из Литвы, чтобы поддержать Беларусь в борьбе против БЧБшников. А еще хотелось, чтобы Беларусь сохранила свою храбрость. Сегодня сюда приехал, потому что я считаю, что все мы, и я в том числе, обязаны поддержать нашего президента. Тем более, что каждый раз в наших автопробегах очень хорошая атмосфера. Мы видим, что из себя представляет наша страна. И ее ни в коем случае нельзя отдать тем, кто к ней так рвался летом, в августе прошлого года. Чтобы народ знал и помнил, что делается вокруг наших границ. И мы хотим сохранить свою любимую Беларусь. Нравится посещать такие мероприятия, потому что это сближает людей, это дает возможность обсудить какие-то жизненные моменты, ну и в целом нашу любимую страну, людей, которые здесь проживают. В эти минуты участники знакомятся с техникой на МАЗе. Гости увидели один из самых мощных грузовиков в мире, поучаствовали в викторине с розыгрышем призов, а также встретились с командой МАЗ-спортавто, которая неоднократно взбиралась на пьедестал престижного международного ралли «Дакар».